Та-да-да-да-да-да-да. Так, а чё, затестим сегодня кеды новые. Вот, сделаем в них 100 флипов. Такие кроссовочки у нас. Помню, как называется, ребят, простите. Как это называется? Style Cambridge. Gender Man's. Что, made in China, как бы. Все красиво. Fabric and China. Damn. Есть журнальчик еще тут какой-то. Похоже на плакат на самом деле. Здесь есть еще кого поставку. Фабрик. Смотря какой фабрик. Понимаете? Вот. Что, сейчас будем тестить. Погнали. Сзади 40 трешек. Посмотрим, что с кедом. Видите, от 360 флипов стирается меньше, чем от кикфлипа. Поэтому, если... Поэтому, если проблема с кедами, делается 360 флипа. Все. Thank you.
Так. Что, готово? Давайте посмотрим. Так, ну почти ничего не изменилось на самом деле. Стерся вот этот защитный слой. Вот. До замши трешка пока до замши вообще не коснулась. Вот. В общем, ребят, не повторяйте этот трюк. Не повторяйте этот трюк дома. Ни за что в жизни вообще никогда этим не занимайтесь. Я сделал это за вас. Так, не хотел сделать кик-флипы, хотел что-нибудь другое попробовать. Вот мы затестили 360 флип. Как вы поняли, трешка бережно относится к вашим кроссовкам. Учитесь 360 флип. Приезжайте, катайтесь в Рамстрой Хаус. Спасибо, пока. Ну и заходите в магазин Спорт. We'll be right back.